Когда стоит, как будто сейчас не ебнется. Домой хочу. Не нравится мне здесь. Первый раз в жизни, сука, в этом городе я увидел, чтобы, блядь, я должен был сраного тупого продавца уговаривать, блядь, продать мне железо. Меня, сука, в Крыму, блядь, в жопу будут целовать, если я приду что-то покупать. Кто-нибудь когда-нибудь видел, чтобы, блядь, когда ты приходишь и спрашиваешь коленвал на Сузуки Сепи, у тебя спрашивали диаметр резьбы, блядь, на вариаторе? Ты что, дебил, что ли? Не можешь отличить, блядь, хондовский от сузуковского, что ли? Начинает мне, блядь, втирать, что на Сузуки Сепи А131 бывает 3 вида коленвалов. Я, правда, узнал, что их действительно бывает 2 вида, блядь. Только вот такого говна я, блядь, в жизни никогда не видел. Вот этого вот говна. Где, блядь, оригинал? Сука, ёбаный бардак. Вот. То есть тут уже, блядь, даже речь уже не идет там о фирме, не фирме. Тут, блядь, хоть что-нибудь найти, блядь, на ёбаный мопед. Вот мне продали коленвал. Вот это коленвал, блядь. Он у меня еще... Блядь, я прихожу в магазин. Говорю, у тебя есть коленвал на Сузуки Сепи? Подожди, подожди, я занят, короче. У меня там клиенты. Говорю, а я что, блядь, хуй с горы или что? Говорю, мне тебя ждать или не ждать, блядь? Вообще никакого ответа, блядь, не следует. Он встал и пошел, блядь. Потом, блядь... Говорю, есть все-таки или нету, блядь? Мне ждать тебя или не ждать? Да, хорошо, ждать, хуй с ним, блядь. Потом он приходит, начинает меня спрашивать. Какой диаметр резьбы, блядь, какой диаметр цапфы? Да я хуй его знает, какой здесь, блядь, бывает диаметр. Я 10 лет ремонтирую, у меня ни один дебил не спросил, блядь, какой диаметр правой цапфы. Оно мне нахуй не надо, блядь. Я прихожу, говорю, дай мне на АД50А131 коленвал. И каждый дебил в Крыму знает, блядь, что это вот, вот это коленвал. Тут, блядь, какой-то чурка, блядь, не русский. Тупой, нахуй, как вот этот вот письменный стол, блядь. Начинает у меня спрашивать то, что... Блять, оно ему нахуй не надо. Ты что, хочешь показаться умнее, чем ты есть, блядь? Потом он меня спрашивает, блядь, диаметр подшипников. Даже не диаметр, блядь, а модель подшипников. Какая, я говорю, нахуй модель, блядь? Говорю, 20 на 47 правый, блядь. И 25 на 52 левый. Что тебе еще, блядь, нужно? Мне модель нужна. Идиот, блядь. И ходит, блядь, деловой усраться, блядь. Я зашел в магазин пустой, блядь. Он сидит целый день, блядь, на жопе, нихуя не продает. Зато понтов, блядь, как будто он, сука, ебаный West Coast Customs, не в рот его ебаться, и у него там нахуй очередь, блядь, и запись на 2 недели вперед. Че я хотел? Горелку газовую. Пиздец, блядь, я просто в охуении, вот честно, блядь. Вот я такого идиотизма не видел. И вот самое интересное, что чем тупее, блядь, продавец, тем больше у него понтов, блядь. Всех корчит из себя хуй знает кого, блядь. Как будто он, сука, царь и бог в этом городе, блядь, и больше ему замены нету. Да я в рот тебя ебал, блядь, как ты стоишь. Как будто нету интернет-магазинов, блядь. Объездил, сука, все магазины, блядь, в этой Уфе. На сраную Сепию, блядь, нету нихуя абсолютно. То есть, не то, что там, блядь, там, вот Мототеч, СЕЕ, там, Шенге, блядь,
ТММП, то есть вообще, блядь, даже речи быть не может. То есть тут ты уже не можно даже не мечтать что-то выбрать. То есть если тебе что-то дают в руки, радуйся, блядь, и целуй в жопу продавца. Это ж пиздец какой-то, блядь. Как это, блядь, в здоровенном городе ничего не найти? Вот мне, сука, не помещается, блядь, в голове. Я понимаю, да, широта не та, холодно, блядь. Все есть на квадроциклы и снегоходы, на мопеды нету. Так ты, блядь, не выебывайся. Все, блядь, такие, сука, на понтах охуеть просто можно, блядь. Это я на понтах, я клиент, у меня деньги, блядь. Что хочу, то и делаю. Хочу покупаю, хочу не покупаю, блядь. Ты сидишь, тебе продать надо, блядь. И я тебе еще должен уговаривать. Да вы ёбнулись нахуй здесь все. Одна только радость, вот реально, вот я попал вот в эти условия, то есть я многого не понимал. Вот, ну реально многого я не понимал, потому что я как бы вот совершенно под другим ракурсом видел свою деятельность. Я был в своей мастерской, в своей атмосфере, то есть у меня все под боком, я творю, что хочу, потому что у меня все есть, за 10 лет у меня уже все собралось. Весь необходимый минимум инструментов, все приспособления, все, что мне необходимо, у меня есть. И я искренне не понимал, допустим, как вот у меня люди спрашивают, какими интернет-магазинами ты пользуешься? Я правда не понимал, почему меня задрачивают вообще насмерть этим вопросом. Оказывается, вот почему. Потому что, блядь, можно жить в городе, блядь, с населением 1 200 000 человек, блядь, и не иметь, сука, элементарно магазина для того, чтобы купить на свою технику что-нибудь. Я прихожу, блядь, в мотомагазин, блядь, с квадратурой, сука, где-то 200 квадратов, заходишь, там, блядь, весь китайский мотопром там, блядь. Весь, вот начиная, сука, от сраного детского квадроцикла, заканчивая, блядь, этими ебаными квадроавтомобилями, хуй их поймешь, как их там назвать, не помню, блядь, квадроцикл с крышей, короче. И на них нет нихуя, то есть ты купишь мотоцикл, поездишь, блядь, 2 недели, у тебя что-нибудь наебнется, ты придешь в тот же магазин спросить что-нибудь, какую-нибудь запчасть. Тебе из запчастей предложат только полирольку, блядь, и шлем. Прокладки, карбюраторы. Ремкомплекты на карбюраторы, цилиндропоршневые группы, не мечтайте. Их здесь просто нету, блядь. Вот это мне не помещается в голове. Я не пойму, они что, сука, какие-то обкуренные маркетологи? Или что? Вот я не догоняю. Какой смысл вот человеку прагматичному покупать технику, заведомо зная, что он на нее в своем городе нихуя не найдет? Здесь, блядь, или очень богатые люди живут, если они покупают, или очень ебанутые. Потому что я бы, допустим, не покупал, то есть не покупал бы ту технику, на которую я в своем городе не смогу найти в наличии запчасти. Какой в этом смысл? Да и, собственно говоря, я техники-то особо не увидел тут китайской, так вот, чтобы вдоль и поперек ездящей. То есть магазины битком, везде сидят муфлоны с вот такой вот позой. Все сидят в интернете, потому что, блядь, клиентов ноль. Магазин 200 квадратов, хуева гора всего, я имею в виду в частности мотоциклов, шлемов, полиролик, всякой хуйни, которая, блядь, не касается вообще ремонта. И никого, блядь, клиентов. Пустой магазин, блядь. Просто пустой. Вот я прихожу, и они телятся, блядь. Начинаешь у них спрашивать, вот у меня была ситуация здесь. Какой карбюратор искал? А, на питбайк. Даже не карбюратор. Я по наивности своей поехал искать ремкомплект. Настроечный ремкомплект Жиклеров. Ну, те, кто пасется в интернете, те знают, что продаются по 10 Жиклеров разного калибра для того, чтобы подобрать оптимальную смесь. Какой там нахуй? Приходим, спрашиваем, блядь, у тебя есть ремкомплект настроечных Жиклеров на питбайковский карбюратор 125-кубовый? А что это? Говорю, как, блядь, что? Говорю, у тебя есть? Хорошо, хуй с ним, у тебя ремкомплект вообще карбюратора есть? Нету. А карбюраторы у тебя есть? Нету. А что у тебя, блядь, вообще есть, блядь? Свечи на прилавке, полирольки, цилиндры, блядь, без поршней. Брендовые цилиндры, блядь, без поршней. Вот это мне вообще, сука, убило. Я прихожу в мега-магазин, и мне предлагают, блядь, это оригинальные тайваньские цилиндры, они всегда идут без поршней. А нахуй он мне без поршней нужен, блядь? Если я прихожу к нему, подбираю поршень, он или проскакивает, или не влазит. То есть мне в любом случае, я покупаю горшок новый, отханингованный, и мне сразу его надо точить. Нахуй он мне упал, если я могу расточить свой? Вот это вообще для меня дико. Вот просто это не помещается у меня в голове.
Я, если прихожу у себя в Крыму, блядь, в любой магазин, если мне предлагают, блядь, цилиндр без поршня, я смотрю на продавца как на идиота. У меня товарищ привез, блядь, помню партию таких горшков, и насколько мне не изменяет память, он ни одного не продал. Потому что в нем нихуя не было в этой коробке. То есть открываешь коробку, в коробке один горшок на тебя смотрит. Ни прокладок, ни поршней, ни колец, ни стопорных, ни пальца, ни игольчатого подшипника, вообще ничего нет. А здесь это норма. То есть ты едешь, блядь, в один город, покупаешь цилиндр, блядь. Там какой-то, хуй пойми какой, похуй абсолютно. Там и Малоси, и Полини, блядь, можно найти. А поршня к нему нету. Потом пиздуешь в другой конец города, блядь, 15 километров. Покупаешь там, блядь, если тебе повезет, хоть какой-нибудь китайский поршень, а потом начинаешь, блядь, лепить пулю из говна. Вот это вообще для меня абсолютно непонятно. Как здесь живут люди вот вообще в этом плане? Как вот они спасаются в плане ремонта, блядь? Мотоциклы, да, здесь куча мотосервисов, все дела. Ну, мотосервисов, в смысле, мотоциклетных. Ну, не то чтобы куча, но есть пару таких матерых мотосервисов, где нормально по уму тебе все сделают. А вот так вот, чтоб на скутер что-то найти, можно найти скутер новый. Но на него, если он поломается, вообще ничего не найдете здесь. Я вот не догоняю. Одна реально радость, что я вот попал в такую ситуацию, когда вот меня вырвали из привычной сфера обитания. У меня вот здесь сейчас, ну, нихера нету. Вот тиски у меня тут, блядь, на столе вот такие вот прикрученные. Все, блядь, на полу. Потом, ну что тут? Ну, элементарно. Сейчас я подумаю. А, вот, далеко ходить не надо. Возвратная пружина тормозного троса задняя на сепи. Вот, кстати, А131 мотор. Ну, хотя у меня маркировка А144. Но это не сильно большая разница. Пружина сломалась, хрен ее здесь где найдешь. Ну, ее нету. Поэтому вот, наверное, исходя из вот этой ситуации, в которую я попал, для меня абсолютно, блядь, стрессово, если честно. Я, наверное, запилю еще ряд видео, о которых я даже и подумать, в принципе, раньше не мог. По той причине, что, ну, у меня не возникало никаких вопросов по этому поводу, что люди могут оказаться вот в такой ситуации, когда нет ничего, а слепить какую-то пулю из какого-то говна все-таки надо. И вот теперь это все-таки почва для размышления. То есть, как ни крути, это все-таки опыт. Опыт неоценимый. Или даже труднооценимый. Там, это в лучшем случае труднооценимый. Как быть, что делать и все такое. Но ремонтировать здесь, это, конечно, мрак. Не в том плане, что ничего нету из инструмента, а в том плане, что ни хера не найдешь абсолютно. То есть вообще. А если найдешь, то тебе надо, блядь, делать два раза ку и приседать один раз, чтобы тебе что-то продали. Вот это я не знаю. Я бы у себя в Крыму бы в харю плюнул и больше никогда бы туда не пришел, в это место. А здесь, блядь, выбора нету, нахуй. Я должен присмыкаться перед каким-то, блядь, муфлоном, блядь. Другого слова не подбирается. Чтобы он мне продал запчасти. Ой, не привык я так. Домой хочу. К своему изобилию. Те, кто сидят в ВКонтактике, там, видели картинки, какое изобилие здесь на одном из авторынков. Ручки тормозные, зеркала заднего обзора. Можете себе ни в чем не отказывать. Я бы эти болты у себя в мастерской как размахнулся бы, как выкинул. И уже бы забыл, что выкинул, пока они летят. А здесь я должен их, сука, прикручивать на место. Вот такое вот говно, блядь. Ржавое. И это при всем при том, как что я не люблю колхоз. Теперь я реально понимаю, почему люди колхозят. Потому что у них нету ни черта. И у них нету вариантов, только колхозить. Еблись, волки за сараем, а где же эта хуйня? А, в ведре. Вот тоже. А я ебу ее и плачу, называется. У себя бы я почистил все это дело, обточил аккуратненько бы. Прочистил бы шлицы везде, а потом бы только собрал. А здесь хуй.